much. Река Слак, прибыли на технике. Андрюха в восторге. Да, да. Мне да, тоже да. Понравилось, кстати, мягко. Не понравилось? Обещают крупного окуня. Как обещают? Он здесь есть, будет брать, не будет, вопрос. Щуки вроде как нету. Партия подходит. Погодка где-то градусов 5-7 в минусе. Ну, он первый окушок. Интересное явление. Лед опускается, бьет ручей. Пулеметный клев мелкого окуня. Вот там вчера было, блядь, мысль, блядь, большая, блядь. А здесь нельзя, блядь, ставить. Хватит, все. Я здесь, куда ты идешь? Пьянь. Вот он. Вот он, горбач астраханский. Астраханский? Берет исключительно на специфическую, только на эту блесну. Причем, если вы будете покупать вот эти флуоресцентные, это вы просто потратите деньги. Вот он, эксклюзив. Нужен этот, без головы. И без мозгов. С апельсином на конце. Вот очередной гад сорвал бусинку с вот такого шарика. Одеваем обратно. По итогу должно получиться примерно вот так. Свежая отреставрированная мормыха, шарик. Медведь. Все рычат. Размер горбача астраханского. Уровень воды весной. Метр полтора, наверное, выше. Неведомые птички мутят вот такие интересные гнезда. На одной веточке висит. Свинар не работал. Я не знаю, почему ты не веришь в свинью 13 метров. Ну, в армии. Полгода. В учеб. Там, блядь, все свиньи, нах. Ну вот, вот, поросята вот эти 80. Слушай, вот это мы. Гребнем, гребнем, давай, гребнем парню сделаем хорошо. Астраханский горбач. Казахстан, 5 километров. Можно переходить границу. Приходим к выводу, что все-таки раскатная часть, она дает более крупные экземпляры. Здесь их гораздо меньше. Да вообще окунь меньше. Заканчивается день. Наловили много, но мелкие. Кроме окуня вообще ни одной рыбы. Ужас какой-то. Опа. О! Сейчас. Оп! Оп! О! Вот оно, рыбацкое счастье. Это счастье. Вот второй свиноокунь.
Один за другим пошли, долбят, просто не выключая. Это уже четвертый, да. Надо съесть, подрастить минуты три, хотя бы. Итог дня. Чтобы он, блядь, подошел, если он там у каждого примерно такой. Возврат первой партии домой. И это стоит 1000 рублей. Одна ходка. 7 километров ехать в один конец. Вон, видишь? Ну, не, ну даже пытаются что-то съесть они, но как-то у них не очень получается. Один в гонку вот до сюда еще дошел. Его прям снял вот так вот. Ну, наконец-то, вот он, Харбач. Вот наш итог на сегодня. 4 человека, 5-й день. Клевал на, в основном, без мотылку. Балансирчик тоже, но мелкий. Без мотылка опять без разницы. Черная, белая, шарик, не шарик. Тяжелая, бешеная игра, побольше амплитуды. 20 килограмм. Мелковат, конечно. Вот они, гады. Враги.